повинна нам всегда. Солнце, воздух и вода. Молодцы, ребята. Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. То с зарядкой дружит смел, то с утра прогонит лень. Будет смел и умел, и веселым целый день. Ну, а у нас по распорядку. Ну-ка, стройся на зарядку. Свои сомнения, не порицайте нас тут и там, ведь мы иное поколение, мы будущего флаг. Для вас хитом была Катюша, для нас кумиром Максим и Нюша, но тем не менее есть одно, мы будущего звено. Не получится, просто дану макар и дирать.
простуды какие мы. Будем эти здоровым, закаляться мы готовы. И зарядку выполнять, бегать, прыгать и скакать. Молодец, какой у меня простуда. Как подумаю я на вас, как закашляю сейчас, я болезнью всех заражу и микробами награжу. Ничего у тебя не получится, потому что наши ребята каждый день занимаются спортом, правда, ребята? Да. А давайте мы скажем простуде, что мы еще делаем для того, чтобы быть сильными, смелыми и красивыми? Преодолеть
самые трудные препятствия. И сейчас я вас приглашаю на зарядку. И ты попробуй, а я посмотрю, ну, что у тебя получится. Брать тебя с собой или не брать? Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И все вместе подпоем. Солнышко лучистое, любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все разрабатываем руки. Нету места больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб походок было легче. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы пелось веселее. Солнышко лучистое любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Пополам согнуться и руками земли коснуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, все постарались. Разогнулись, отдышались. Солнышко лучистое любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Не халтурить. Заключение упражнения. Встали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи. Прям до неба дотянись. Выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке. Молодцы, конец зарядки. Солнышко лучистое любит скакать. С облачка на облачко перелетать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Остановка, будь внимателен. Будь внимателен. Вот интересно, что же здесь в этой остановке?
Договорились? Садиться за стол, послушай, пожалуйста, тоже. Стань рядышком, я буду смотреть, как ты будешь слушать. Садиться за стол с немытыми руками. Есть быстро и торопливо. Обязательно есть овощи и фрукты. После еды полоскать рот. За столом болтать и махать руками. Молодцы какие! Тщательно пережевывать пищу. Умницы. Кушать много сладкого. Молодцы. Перед едой надо всегда руки мыть с мылом. Это так? Умницы. Надо есть продукты. Только те, которые полезные. Правда? Молодцы. Пищу нужно глотать, не жуя. Когда кушаешь, надо обязательно обсыпать себя хлебными крошками. Надо всегда облизывать тарелку после еды. Видишь, какие мы молодцы. Справились мы с этим заданием, правда, ребята? Мы молодцы с вами. А теперь следующее, оздоравливающее. Ничего себе, что же там нам еще приготовили, ребят? Оздоравливающее – это волшебный массаж. Машенька, выходи, пожалуйста. Thank you.
говорение, да или нет? Немножечко отдохнем, правда? Каша вкусная еда, это нам полезно? Да! Лук зеленый иногда нам полезен, дети? Да! Лужа грязная вода, нам полезно, дети? Нет! Да! Щи отличная еда, это нам полезно? Да! Мухоморный суп всегда, это нам полезно? Нет! Фрукты просто красота, это нам полезно? Да! Грязных ягод иногда съесть полезно, дети? Нет! О, овощей растет рядом, овощи полезны? Да! Сок компотит иногда, нам полезно? Да! Лишь полезная еда на столе должна быть у нас. Всегда! Правильно, молодцы! Мы приехали к какой-то интересной остановке, Веселушкина! Ух ты! Вот сейчас праздник будет, да? Ребят, частушки мои, ну быстренько отдай. Солнышко зашло.